Приходя на традиционную новогоднюю ярмарку в торговый центр «Флора Тверь», сразу чувствуется праздничное настроение и желание как можно быстрее украсить свое жилье и рабочее место. Удивляет разнообразие зеленых и заснеженных красавиц. Это искусственные ели и сосны, кедры и пихты, от маленьких настольных елочек до огромных по 3 метра. «Флора» представляет проверенных производителей из Москвы и Севастополя. У Севастополя это литые елки, то есть вы от натуральных их практически невооруженным взглядом не отличите. Ну и есть обычные. Они уже, конечно, больше похожи на искусственные, но при этом ценообразование, конечно, вас порадует. Многие елки, например, Севастополя, вы можете также выставить и на улицу. Они не боятся дождя, снега и любых других погодных условий, это очень удобно. Есть заснеженные елки, то есть уже с напылением, как будто, да, снег их припорошил. Есть уже елки готовые со светодиодными лампами, то есть которые украшают не нужно, они уже сами по себе светятся, вам остается только включить их в розетку, и у вас уже наряженная елка. Бывает, что в некоторых случаях поставить дома традиционную елку не получается. Не хватает места, в доме есть маленький ребенок, или дерево могут испортить домашние животные. В таком случае на помощь придут настенная елка или хвойная гирлянда, которой можно украсить двери, окна или стены. Праздничную атмосферу в доме создадут декоративный камин со светодиодами и решеткой, новогодние фигуры, многие из которых можно использовать в качестве уличного декора, а также уличные гирлянды дюралайты, которые не боятся дождя и снега. В этом году невероятно большой выбор гирлянд под любой интерьер, которые хороши и как все сезонное украшение для дома. Есть и новинка – гирлянда на батарейке, которой не нужна розетка. А украшением и подарком на все времена к Новому году остаются любимые с детства расписные елочные шары. «Флора Тверь» собрала огромную коллекцию стеклянных игрушек, многие из которых настоящие произведения. Конечно, все ручная работа. Стекло очень хорошего качества, они практически не бьющиеся. То есть цена абсолютно себя оправдывает. И эти игрушки станут отличным украшением вашей елки. Изюминка именно, да. То есть если вы елку наряжаете обыкновенными какими-то пластмассовыми игрушками, будет приятно, если на елке будет вот такой акцент. У нас также есть игрушки, прямо линия, символ года. Символ 2021 года «Бык» представлен в самых разных вариациях. Сувениры, стеклянные шары, светящиеся фигуры, копилки, декоративные водостойкие стикеры, которые не оставляют следов. Целых 2 этажа – идеи для подарков, украшения дома и создания новогоднего настроения. Пошла во «Флору Тверь», увидела, что очень большой выбор новогодних костюмов представлен, детских. И вспомнила, что у нас же будет утренник, поэтому выбрала костюмчик новогодний. Пошла в отдел сувениров, увидела такую вот прелесть, вот мешочек под подарочки. А еще увидела вот такой вот венок. На самом деле, если вот так вот тут прикидывать, делать самой или покупать, получится примерно одинаковая цена. Но вот так красиво я, конечно, сама не сделаю. Нужно еще подобрать подарки родителям, друзьям. Я поднялась на 2-й этаж, увидела вот такую вот прелесть. В итоге я остановила свой выбор вот на таком вот уличном фонаре. Решила, что моим друзьям, которые живут в частном доме, он очень впишется в их интерьер. И не забывайте, что весь ассортимент новогодней ярмарки представлен на сайте торгового центра. Очень удобно выбрать все онлайн, заказать доставку по городу или забрать самовывозом. Многодетным семьям, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями скидки. «Флора Тверь» работает без выходных и находится в Больших Перемерках 28.